Как пить воду утром после сна правильно? Как пить воду утром, если есть темные круги под глазами? Здравствуйте! Пить или не пить воду утром после сна – вопрос не праздный, а жизненно важный. Вы не можете в домашних условиях определить, остались у вас мобильные резервы воды, и вы можете вести активный образ жизни, либо мобильная вода у вас закончилась, и вы кандидат номер один на прием к врачу-кардиологу либо реаниматологу. Поэтому пить нужно всем, особенно тем, у кого есть темные круги под глазами, холодные кисти рук, стоп и ног, вы храпели ночью, либо есть конкретные заболевания сердца и сосудов. И как пить воду правильно? У вас должно быть 2 стакана воды. Один из них пустой, второй накрыт блюдцем. Вы этот стакан берете в руки первым. Первый глоток воды. Вы выплевываете. Это микробная бомба. А дальше воду пьете. Но сколько пить воды? Тоже важно. Об этом вы узнаете в следующей публикации на моем инстаграм. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой инстаграм.